الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ассаляту ассаляму аля саидна Мухаммад и аля тахирин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, уважаемые братья и сестры. Мы приветствуем вас на передаче «Исламская нравственность». На прошлой передаче мы с вами говорили о щедрости. Мы сказали, что есть, допустим, скупость, то, что порицается исламом. Также есть, скажем так, расточительство, который также порицается исламом. Но есть в то же время золотая середина в трате своего имущества, которую мы именуем щедрость. И мы также с вами на прошлой передаче говорили, что у щедрости есть свои, скажем так, степени. Сегодня хотелось бы поговорить о самой высочайшей, скажем так, степени щедрости. Ученые по ахлагу, по нравственности называют эту степень, именуют как Исар. Что значит Исар? Исар — это бескорыстная забота о благе других и, естественно, готовность пожертвовать для других своими интересами. Это и есть Исар. И это приветствуется в исламе. И более того, является высочайшей степенью щедрости. Относительно этого даже есть аяты Корана. Всевышний Аллах в Коране говорит про это. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Юсируна аля анфусихим, валяу кана бихим хасаса, ва ман юка шухха нафсихи, фаулайка хумуль муфлихун. И Аллах говорит, что они отдают, скажем так, им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. То есть Всевышний Аллах говорит про тех людей, которые являются щедрыми и, более того, обладают высочайшей степенью в этой щедрости, а это именно Исар. То есть они отдают, скажем так, этим людям. Здесь подразумевается, естественно, если мы говорим об аяте, это говорится об ансарах, к их отношению к мухаджирам, то есть как они относились по отношению к мухаджирам, когда мухаджиры пришли, как встретили ансары их, они дали свои дома, все, что имели, дали им. Поэтому они, Аллах говорит относительно их, они отдают им предпочтение перед собой, даже если сами они в этом нуждаются. И они есть преуспевшие. Аллах говорит, «Фагуляйки хумуль муфлихун». То есть успех человека, набожного человека, заключается в том, чтобы он жертвовал теми благами, которыми обладает. Несмотря на то, что он сам также нуждается в них. И если человек будет обладать этим качеством, то есть именно итар, то есть когда человек жертвует самим собой, то Всевышний Аллах будет доволен им. И он будет перед Всевышним Аллахом, скажем так, лучшим рабом. Если с условием того, что он будет соблюдать другие условия ислама, вера в Бога, скажем так, будет верующим человеком, будет, скажем так, соблюдающим человеком. Понимаете, на самом деле, если вы хотите, чтобы мы вам привели, допустим, пример тех людей, которые обладали итаром, именно вот самопожертвованием, скажем так, когда человек жертвует теми благами, которые имеет. Мы можем привести пример наших имамов, которые на самом деле являются, скажем так, очевидным примером для этого, самым лучшим примером этого. Помните, до этого мы с вами говорили относительно одного аята, который содержится в суре Инсан, где Всевышний Аллах говорит про Фатиму Захру,
имам Али и имам Хусейн и Хасан, да будет им всем мир, где он говорит о том, как они дали пропитание, скажем так, один раз сироте, другой раз, допустим, бедному человеку и пленнику, хотя сами нуждались, и при этом свой пост они открывали водой, но то, что у них было, они отдали на пути Аллаха. И относительно их Аллах сказал: «Ваютимуна таама аля хуббихи мискинан ва ятиман ва асира». То есть они, говорят, дают пропитание, хотя сами нуждаются в нем, да? Дают, скажем так, еду. Кому дают еду? Как Аллах в Коране говорит: «Мискинан», то есть бедному человеку, «ятиман», скажем так, «сироте», «ва асиран», и пленному. Понимаете, все, что последнее, то, что у них было, они потратили на пути Всевышнего Аллаха. Это все то, что они имели. И будучи нуждающимся, как говорит Всевышний, они сами нуждались в этой еде, они держали 3 дня пост. И 3 дня только им удалось открыть пост именно посредством воды, и все. И больше не было у них другого пропитания. У них было, да, пропитание, они отдали на пути Аллаха, а сами открыли пост лишь водой. Поэтому надо учить эти факты, и надо на самом деле понимать то, что мы являемся последователями тех людей, которые достигли пика в щедрости, которые действительно делились всем тем, буквально, да, всем тем, что, чем они обладали. И это факт. Об этом свидетельствует история. О щедрости семейства пророка, саллаллаху алейхи ва салям, свидетельствует история, и ни для кого это не секрет. Мы замечаем много моментов, где об этом говорится. И помните, да, когда имам Али, алейхиссалам, когда один бедняк зашел, скажем так, в мечеть, имам Али, алейхиссалам, протянул ему палец, когда он при намазе, протянул палец, чтобы тот взял кольцо. Человек нуждался, у него не было ничего. Имам Али, алейхиссалам, проявил свою щедрость даже в намазе. В поклонении он совершил поклонение. Вот каких имамов мы имеем. Вот кому мы должны подражать. Вот за кем мы должны следовать. Которые не только в щедрости, во всех, скажем так, нравственных качествах они являются действительно примером. Явным примером, ярчайшим примером, за которым мы должны, скажем так, следовать. Мы должны брать это, брать самое лучшее от них, потому что их задача заключается именно в этом — воспитать нас. Поэтому вы должны понимать, что щедрость — это является очень хорошим качеством, и тем более если эта щедрость, в этой щедрости будет проявляться итар, то есть если человек будет жертвовать всем тем, что обладает на пути Аллаха, будучи нуждающимся в этом, это прекрасно. Конечно же, хотелось поговорить о другом немножко, потому что вы говорите, вот, допустим, жертвовать, да? Здесь было бы уместно подчеркнуть, что тратить на пути Аллаха, жертвовать на пути Аллаха, это можно разделить на 2 категории. Где-то, скажем так, жертвовать на пути Аллаха где-то является ваджибом. То есть, скажем так, давать милостыню, если можно так назвать, является ваджибом с одной стороны, но есть, скажем так, моменты, где не является ваджибом, но является мустахаб, желательным. Вы все знаете, что с точки зрения шариата мы говорили, да, то, что у нас есть усулюддин, есть фуруддин, и в фуруддине есть 2 ваджиба, скажем так, которые как раз-то относятся к именно трате на пути Аллаха, к, скажем так, трате денег на пути Аллаха, когда человек должен пожертвовать деньгами на пути Аллаха. Это хумс и закят. Это 2 ваджиба, которые являются обязательными по отношению ко всем мусульманам. И если мы говорим об обязательных пожертвованиях, то это, конечно же, закят, хумс.
То есть это обязательное пожертвование. Человек обязан выплачивать хумс, 1/5 с того имущества, скажем так, в течение года, если он, допустим, человек зарабатывает деньги, и имам разрешает ему в течение года, допустим, те деньги, которые он зарабатывает, тратить их. Но когда приближается время хумса, который человек определяет, который определяется с момента его работы, то он должен выплачивать хумс, 1/5 своего имущества. Это является обязательным с точки зрения шариата. Мы с вами обсудим, почему он это должен делать. То есть, то, что осталось, то, что он, допустим, в течение года, та сумма денег, которая у него осталась, или ту вещь, которую он не использовал в течение года, он должен выплатить хумс. Мы с вами обсудим, почему это выплачивается. Почему выплачивается тот же закят, допустим, с пшеницы, допустим, с ячменя, допустим, с коров, допустим, с барашек и так далее. То есть, почему выплачивается, для чего это надо, мы с вами обсудим на других передачах. Сейчас мы хотим просто разъяснить, что есть пожертвования, которые являются ваджибом, а есть пожертвования, которые являются именно мустахаб, желательные, подобно тому, как вы даете милостыню какому-нибудь бедному человеку, да? Вот. Это все хорошо, это все приветствуется с точки зрения шариата. И говоря уже, я бы хотел в первую очередь обсудить именно эти обязательные, скажем так, пожертвования, которые делаются в исламе. Первое — это закят. Вы знаете, что закят является ваджибом с точки зрения шариата. Относительно этого в Коране есть множество аятов, где говорится, сам Аллах говорит, «Ва акиму ссаля, ва ату закя». То есть, выстаивайте молитву и также давайте закят. После того, как Всевышний Аллах говорит, читайте молитву, также говорит, выплачивайте закят. Настолько важным является закят, потому что вы знаете, что если Всевышний Аллах после намаза призывает нас к выплате заката, то это говорит о том, что тоже является одним из важнейших постулатов религии. Потому что относительно намаза у нас есть хадисы. Если намаз примется, то примутся и другие дела. Если намаз не примется, то не примутся и другие дела. Вот рядом с таким делом, как намаз, стоит закят, который немаловажным является в нашей религии, относительно которого существует, относительно выплаты закята существуют именно хадисы относительно обязательности. Мы как бы, кроме того, что в Коране Всевышний Аллах об этом говорит, также есть предание, которое указывает на эту истину. И на самом деле закят не просто является обязательным, а является одной из основ нашей религии. И это не надо забывать. Относительно этого сам имам Бакр, алейхиссалам, говорил, «Инна Аллаха азза ва джаль карана закята бис салях, каля фа акиму саля ва ату закя». То есть имам Бакр говорит, воистину Всевышний Аллах, он соединил, связал закят с молитвой и сказал «фа акиму саля ва ату закя», то есть читайте молитву и также, скажем так, выплачивайте закят. И дальше имам продолжает «фаман акама саля ва лям йоти закя фа лям якум саля». И он говорит, что и каждый, кто будет читать молитву и при этом не будет выплачивать закят, кому он подобен? Говорится, что «фалям якум иссаля». То есть тот человек подобен тому, как будто намаз не прочитал. Настолько важным является выплата закята, что имам говорит, что если человек не выплатил намаз, но при этом прочитал, прошу прощения, не выплатил закят, но при этом прочитал намаз, такой человек подобен тому, как будто он не прочитал намаз. Потому что Всевышний Аллах соединил между намазом и закятом. Поэтому если ты читаешь намаз, то и должен выплачивать закят. Уважаемые братья и сестры, на следующей передаче мы более подробно обсудим эту тему. Я бы хотел с вами попрощаться. До встречи. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.
والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله